Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте на странице 15 выполним задание под номером 5. Вырежи из приложения или наклей на эту страницу изображение герба и флага России. Подпиши эти государственные символы. Любое государство имеет свои государственные символы, которыми является государственный флаг, государственный герб и государственный гимн. Конечно же, все эти символы есть и у России. И герб России выглядит вот так. А вот это флаг России. Давайте теперь подпишем наклеенные нами рисунки. Первое. Это флаг России. А на втором рисунке герб России. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.